Три каденции подряд Игорь Учитель представлял Ширяевский район в Одесском областном совете. Все это время Игорь Леонидович постоянно уделял внимание своему подшефному интернату на территории Ширяева, поскольку заботу о детях и малоимущих он всегда ставил во главу угла. Такова принципиальная позиция депутата и его команды. Сегодня Игорь Учитель представляет в областном совете Коминтерновский район. Его поддержку уже смогли ощутить многие жители местных сел. На днях по инициативе Игоря Учителя помощники депутата организовали незабываемую поездку детям с ограниченными возможностями из Коминтерновского района в дельфинарий. Наша команда, общаясь постоянно с жителями Фонтанки, Крыжановки, Черноморского, других сел Коминтерновского района, зная проблемы этих людей, мы решили создать им какой-то день, в который дети реально почувствуют радость, постараются забыть о своих проблемах и просто отвлечься и сделать свою жизнь немножко ярче. Поэтому мы решили в этот день собрать всех детей, которые нуждаются в положительных эмоциях, детей с ограниченными возможностями, и привести их в дельфинарий. Что мы сделали, я думаю, что детям очень понравилось, они получили те эмоции, за которыми они приехали. По словам соцработников Коминтерновского района, на их памяти такие подарки от депутатского корпуса раньше случались крайне редко. Предлагать такое нечасто, но это была приятная неожиданность. Мы просто с большим удовольствием сообщили нашим родителям и детям, что появилась такая возможность посетить этот удивительный дельфинариум. К сожалению, не каждый из нас возможен сам посетить это шикарное заведение. Мы очень благодарны нашему депутату Игорю Учителю за представление такой возможности. Нам вчера позвонили от учителя Игоря, областного депутата, и предложили поездку нашим деткам-инвалидам в дельфинарий. Это было, конечно, приятная неожиданность, приятный сюрприз. И вот мы собрали деток, привезли сюда. Родители, конечно, в хорошем, будем говорить, настроение. Детки такие все приподнятом настроении. Все довольны. Лиана вместе с родителями уже бывала в дельфинарии. Но тогда она была совсем маленькой. Сегодня же это совсем другое дело. Она с вечера осознанно готовилась к встрече с дельфинами. Маленькая была. Фотографии у тебя остались? Да. Проснулись как никогда сегодня. Обычно мы очень трудно встаем по утрам. А сегодня легко, быстренько собрались. Море впечатлений у нее. У 5-летней Маши на днях был день рождения. Неожиданный билет в дельфинарий от команды Игоря Учителя – это как еще один подарок на первый юбилей девочки. Ой, мы вообще рады. Вообще, у нас даже это подарок. Это как бы. У нас вчера день рождения было у Машеньки, ей исполнилось 5 лет. И нас вечером нам позвонили, пригласили, такое были рады. Мы очень ему благодарны тогда, если он такое внимание нашим детям, Игорю, учителю, спасибо большое, огромное, что он нам такие делает подарочки. Шоу длилось около часа, но это время пролетело как один миг. Дети словно завороженные следили за представлением, которое началось со знакомства с морскими львами. Много разных легенд существует о дельфинах, но всегда это друг и помощник человека. Доброе, красивое и бескорыстное животное. После общения с ними люди наполняются радостью и даже некой чистотой. А все потому, что дельфины способны подарить зрителю гормон радости и счастья. Поэтому во многих странах приветствуется дельфинотерапия, которая помогает не только людям с ограниченными возможностями, но и тем, кто живет в ритме нынешних мегаполисов. И как хорошо, что в это нелегкое время есть люди, которые могут организовать такой яркий и эмоциональный подарок детям и их родителям, отдохнуть от ежедневной суеты и просто насладиться программой этих грациозных и удивительных животных. Команда депутата областного совета Игоря Учителя выражает отдельную благодарность дельфинарию за помощь в организации детского праздника.